Привет, друзья! Сегодня будем готовить шарлотку. Нам понадобится 5 куриных яиц, 1 стакан сахара, 1 стакан муки и яблоки. Для начала нужно разбить яйца. Теперь добавляем сахар. Начинаем взбивать. Постепенно добавляем муку. Тщательно размешиваем, чтобы не было комочков и крупинок сахара. Теперь нужно взять форму для запекания. Нет, сначала яблоки порежу. Удаляем сердцевину из яблок. Яблоки нарезаем дольками. Вот так.
Теперь нужно взять форму для запекания и смазать ее растительным маслом. После этого укладываем на дно яблоки, вот так. Одна только получилась толстая. Теперь заливаем тесто. Важно, чтобы тесто равномерно покрыло все яблоки. Теперь ставим выпекаться нашу шарлотку в духовку 200 градусов на 30 минут. Прошло 30 минут, наша шарлотка готова. Аккуратно достаем ее из формы. Сначала я провожу ножом по краю, чтобы он не оторвался. Теперь вытряхиваем шарлотку из формы. Вот так. Пирог получился очень ароматным и воздушным. Если вам понравилось мое видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и нажмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео.